Здравствуйте, меня зовут Юрий Олешников, я профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре. Сегодня я в гостях у московского мастера Юрия Вергелеса. Я буду делать обзор его гитары, которая выполнена из массива мадагаскарского палисандра, обечайка и задняя дека, а верхняя дека сделана из ели. Гитара мастера Юрия Вергелеса, совсем свежий инструмент 2012 года. Верхняя дека у нас выполнена из массива ели. Такая красивая гитара. Значит, струны у нас мензура 660. Расстояние от гриф до струны низкое. Инструмент не трещит. Колки. Профессиональная механика. Заказ из Австралии. Нижняя дека и обечайка выполнены из массива мадагаскарского палисандра. Гриф, накладка, черное дерево. Сегодняшний обзор я делаю на струнах Саваре Альянс Кантига жесткого натяжения. Давайте послушаем, как звучит инструмент. Thank you.
Что хотелось бы сказать об этом инструменте? Конечно, еловая дека, она будет со временем еще раскрываться. Это новый инструмент, совсем недавно сделанный. Что характерно для еловой деки, это более глубокий тембр. Мне вообще еловая дека больше нравится. Я сам играю на гитаре, у которой еловая дека. Дека, она придает инструменту такую интимность, камерность. Хотя этот инструмент достаточно мощный и можно исполнять на нем большие программы в концертных залах, он также подойдет и для домашнего музицирования, потому что у него удобный гриф, удобное нажатие струн и вообще интересный инструмент. Спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на мой канал, оценивайте видео и смотрите новые обзоры гитар. Если вам необходима помощь в выборе инструмента, вы можете обратиться ко мне по контактам, которые указаны далее. Thank you.